Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я подумала и решила. Вот знаете, существуют всевозможные разные челленджи, макияжные в том числе, да и на моем канале этих макияжных челленджей, уж будем с вами откровенны, просто дофига. И я подумала и решила, а что если объединить все эти челленджи воедино? То есть в этом видео я покажу вам макияж всеми челленджами одновременно. Например, вот существует челлендж макияж куклы Братс, да? И из этого челленджа мы возьмем, например, только глаза. А также существует челлендж макияжем управляют блогеры, например. Из этого челленджа мы возьмем губы. И таким образом посмотрим, что в этом каком-то безумии получится. Мне кажется, будет очень интересно. А вы обязательно досмотрите видео до конца и скажите, какой пункт из этого всего вам показался наиболее странным, наиболее смешным и т.п. и т.д. И вообще, какой челлендж связан с макияжем у вас самый любимый. Ну и, конечно же, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем никогда ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Первый тренд – это челлендж. Мои питомцы управляют моим макияжем. И в качестве моего питомца, который будет управлять моим первым элементом макияжа, выступает вот эта вот пушистая белая пуфка. Для этого перед каждым тональным я раскладываю вот такие вот вкусняшки. И теперь я просто отпускаю Сани к этим тональным кремам и наблюдаю, к какому она побежит. Сани, вкусняшка, иди! О, кажется, наш победитель. Кожа. Это было самое простое, это была разминочка. Теперь будет макияж вслепую. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Я буду делать контуринг моего лица, при этом не используя зеркало, фронтальную камеру. Уходи, зеркальце, уходи. Уходи, камерное зеркальце. Для того, чтобы повторить контуринг, у меня есть вот такой вот стик. С одной стороны он темный, с другой стороны он светлый. И есть мое лицо. Так, я нахожу висок. Висок здесь, лоб здесь, здесь, здесь. Собственно, я сделала темный контуринг, а теперь светлый. Сюда, сюда, куда еще обычно? Сюда делаю, обязательно щеки, это прям супер важно. Так, вроде как все, растушевка. Время смотреть на себя. Ну, не считая вот этого вот, в принципе, не так уж и плохо. Не сказать, конечно, что это хорошо, и с таким контурированием можно идти гулять, но норм, пойдет. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Дальше, я считаю, нужно сделать и великолепный макияж глаз. Поэтому Google будет управлять моим макияжем вверх. Окей, Google. Креативный, повседневный макияж глаз. Изображение по запросу креативный повседневный макияж глаз. Кажется, это полное попадание. Фак. Честно говоря, не имею ни малейшего понятия, как этот макияж был сделан. Но мне кажется почему-то, что сначала она использовала белый, что-нибудь, короче, белое, потом это все белое растушевало, и на это белое уже стало наносить такие вот рисованные тени. Но это не точно. Может быть, я вообще все неправильно поняла, но... Что ж, у меня есть целых два глаза, и на этих глазах я буду экспериментировать по-разному. Может быть, даже что-то и получится на одном из них. Желтый. Так, значит, здесь нужно нарисовать что-то типа треугольника по этой штуке. Ё-моё. Женщина, как вы это сделали? Окей, желтый вроде даже сделался. Теперь идет голубой каким-то очень странным образом. Не представляю, сколько эта тетенька, визажистка, делает макияж человеку. Сиреневый у нее начинается аж отсюда. Thank you.
Ну и хрень получается. Катастроф какая-то вообще. Ну и оранжевый. Закончу данное великолепие тушью легким слоем, потому что к активному макияжу глаз много туши не полагается. Данный метод... Нет, не сработал. Получилось, конечно, великолепно, но я все же надеюсь, что у нас будет макияж из серии «Была малышкой, стала сучкой», поэтому сейчас я буду делать наоборот. Сначала тени, а потом вот эти вот все белые переходы. Блин, я реально искренне надеюсь, что сейчас будет не такой порожняк, потому что это какая-то дичь. Знаете, что самое страшное в этом макияже? Макияж? Нет. То, что я реально старалась его делать. То есть вот это я старалась делать. Но вот знаете, если бы существовал такой прибор, при помощи которого ты бац, делаешь легкий какой-нибудь макияж глаз, креативный, необычный макияж глаз, было бы здорово, я бы его точно бы купила. В принципе, в макияже очень часто же используются всевозможные разные странные приспособления. Например, накладной нос, или накладные веки, или специальные пластыри для подтягивания овала лица. И вы знаете, ведь не только же в макияже даже такие штуки странные существуют, но также и для кожи, и для ухода за собой. Например, тренажер с губами, или же вот такой вот цветочек-массажер. Приятно. Поэтому почему бы специальные какие-то насадки для того, чтобы сделать себе макияж, странный макияж на глазах, не существует? Хочу сделать обзор на странные вещи. Да, кстати, все эти вещи я покупала на Алиэкспресс. Надо туда сейчас зайти и посмотреть, что там вообще есть-то нового. Вы же хотите, чтобы я сняла видео с обзором каких-то странных макияжных штук? Лол. Смотрите-ка, оказывается, как вовремя я зашла. С 18 февраля по 31 марта за покупку на Алиэкспресс, за совершенно любую покупку на Алиэкспресс, получаешь набор купонов на 700 рублей. Но срок их действия ограничен на каждом купоне. Кроме этого, вы автоматически становитесь участником розыгрыша крутых призов. И можно выиграть машину, путешествие по России или даже кругосветное путешествие. Кроме того, можно выиграть не только большие призы, но ценные и полезные товары от Алиэкспресс и Тимол. Тут у нас телефон, компьютер, товары для дома и многое другое. Офигеть. Слушайте, ну это же очень удобно и круто. Да уж, спасибо, Алиэкспресс. Ссылку на Алиэкспресс я оставлю вам в описании. Переходите, смотрите. Кстати, объявление победителей проходит каждую неделю в официальной группе ВК Алиэкспресс. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Следующий челлендж – это подписчики управляют моим макияжем. Я в Инстаграме задаю вопрос. Какие брови вы любите больше, прямые или изогнутые? И в соответствии с тем, что вы, собственно, сейчас и выберете, я буду делать себе макияж бровей. Я купила себе вот такой вот набор всевозможных трафаретов для бровей, и я как раз очень хочу его попробовать, поэтому в зависимости от того, прямые или изогнутые брови вы сейчас выберете, я и попробую прямую или изогнутую трафаретину для бровей. Смотрите, какие они у меня тут есть разненькие. Выглядят очень кавайи, поэтому я решила, что мне они нужны. Судя по результатам голосования, больше люди предпочитают изогнутые брови. Это очень странно, потому что я была уверена, что вы проголосуете за прямые. Ну, кстати, не так уж и плохо. Конечно, это нуждается в коррекции, это совершенно нормально. Сейчас лишнее подчищу, но, в принципе, эта фигня работает. Очень ок. А тем временем я предлагаю приступить к румяшечкам. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. И данный челлендж это будет у нас блогеры управляют моим макияжем. Короче, напишу тельняшке, пусть она мне организует румян какие-то. Ну-ка, Тилька, что ты мне там посоветуешь? Лиса, я хочу, чтобы ты сделала вот такие вот румяна. О, надо же, Тилька прислала даже такую не трешовую, а очень красивую фотку и очень красивые персиковые румяна. Так, Тилька выбрала нам офигенные классные румяна, которые в обычной жизни я бы с большим удовольствием бы использовала, но к этому макияжу, я чувствую, они будут выглядеть достаточно фриковато. Выглядит very sweet and very nice and very good English I can speak. Hello. Вот, к чему только что этот испанский кринжевый стыд был? Время за губами. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Как вы знаете, один из самых последних макияжных челленджей – это макияж, братс. Конечно же, я такое видео сняла.
И больше всего вам понравились в этом видео губы. Соглашусь. Мне губы понравились тоже больше всего, поэтому я выбрала вот такую вот куколочку. Куколочку. Фу, какое мерзкое слово. Кошмар, не говори его больше никогда. Вот такую вот няшечку, кавояшечку выбрала. Смотрите, какая классная. И у нее вот такие вот губища. Сейчас эти губища я буду делать и себе. Выбирай праймер, а не силикон. Когда подсохнет, беру карандаш и делаю обводку моих губ. Боже мой, женщина очарования. Да уж, кажется, судя по этому макияжу, Таиланд на меня подействовал весьма специфично. Это грустно, что ли? А вот и конечный результат. Очаровательный, прекрасный, томный, влюбленный, самую малость эротичненький. А главным образом подчеркивает все мои... Хотела сказать достоинства, но нельзя подчеркнуть то, чего у тебя нет. Сейчас я буду чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Знаете почему? Потому что я буду стирать это... Это. Ну, старика и вредно только губы. Что за Элегантно и очаровательно. Что тебе не нравится? Прекрасно, мне все нравится. Целуй меня. Люблю тебя любой. Какой бы ты ни была. Замечательно. Не ешь мой мачо. Я думаю, это вообще-то орешки, но ладно. Орешки внизу. Да, это все еще я.